Автомобильные курсы водителей. Без гидроусилителя. Почему я не тренируюсь? Но мне еще рано, я потихонечку вхожу. К тому же, кто будет перископить, если не я? И вот такая разминка у них идет минут 5-7, нон-стопом не пуская блина. Привет передам всем. Пока Славка все рассказывает. Кто-то только проснулся. Кроссфит — это тема? Да, тема сегодняшнего занятия — кроссфит. Ведь у нас Слава еще и преподаватель по кроссфиту, не только тяжелая атлетика. До следующей серии с женой на ютубе, но не знаю, посмотрим, может быть, через неделю. На этой неделе уже все записано. Привет, Медоева. Мирон не приходил на кроссфит? Нет, пока не приходил. До штанги еще далеко, но, соответственно, все уже начинают выдыхаться, как вы видите, да? Лео Клеев у себя в Челябинске дела делает. Да, здесь многие на разминке уже и умирают. Планирую я заниматься серьезно? Не, я же любитель. У меня так, свои интересы. Немножко армрестлинг, немножко ножки тренирую, в общем, и все. Можно ли делать кроссфит базовыми упражнениями? Можно. Можно ли с грыжами кроссфитить? Все можно делать, надо понять, куда и как идет нагрузка, чтобы правильно все делать. Заработали протрузию на кроссфите? Ну, здесь Слава уже рассказывал об этом. Соответственно, значит, у вас был неграмотный тренер, либо вы это делали любительски. Потому что я знаю людей, которые со мной когда-то начинали тренироваться и зарабатывали себе ужасные грыжи первые же полгода, начиная делать стальную тягу, причем с весами меньших весов. Зачем блин крутить? Чтобы манжетка была полностью размята, чтобы плечевой сустав и все маленькие мышцы были полностью размяты. Все, что здесь есть. Ну что, мастер, тяжело? Это просто непривычная для тебя нагрузка. Дела прикольные у меня. Такой вес блинов, но у девочек 10 килограммов, у мальчиков 15. Но это уже идет 7 минут нон-стопом. Хотите к нам? Так в чем вопрос? Смотрите, этот зал работает на постоянной основе. Здесь преподающие тренера. Зал называется Black Squirrel, Челная Белка, Приморский. Адрес какой, Мася? Приморский? Что у них? А Приморский что? Проспект? Проспект 50. Офигенный тренировок, да, вес уходит очень эффективно, это да. Главное держать правильно спинку, держать нормально прогиб, как раз сейчас теоретическая часть, часовая об этом и была. Кто это род, тот тебя, наверное, родил. Как со мной потренить? Я на Дивинской 4, Санкт-Петербург, спортивный куб армии. Когда снова в Челябинск Миша Леша, не знаю, может летом посмотрим. Когда видео с Кокляевым, я тоже думаю, на днях у нас еще одна часть не выпустилась. В Москве будет ли реально там потретиться вместе? Я думаю, что да. Пишите в личку где-нибудь пару раз в неделю. Когда мы будем собираться в Москву, мы сообщим. Это будет у нас в апреле. Что у меня с зубами, с глазами? А что с ними? В Хакасии ничего подобного нет. Так вот, может быть, вам стоит этим и заняться, чтобы это организовать. Салют, Зуфы. Передать привет Маше. Передал. Так, по поводу глаз, ребята, если вы меня смотрите, надо уже понимать, что я их не крашу. Как лечить лишай, не знаю, нужно к дерматологу сходить. Можно вопрос, какой ориентации, как вы думаете? У вас предположение, версия есть? Так. Масек спинка.
Сколько по времени тренировка? У кого? У меня или в кроссфите? В кроссфите они долго тренируются. Я тренирую клиентов обычно 50-55 минут. Плюс потом аэробика в зависимости от цели от 30 минут до часа. Эваком, помаш, решай. Ребята, вы хотите на меня посмотреть или хотите посмотреть на то, как тренируются ребята в кроссфите? Почему глаза черные? Ну, так потому что татуировочная краска была черная. Когда штанга? Штанга уже рядом. Скоро начнут. Поза Купщина, да, на самом деле похоже. Почему я решил для себя этот образ? Не знаю. Мне интересен такой мир, чем мир спортивных штанов, кроссовок Adidas и, не знаю, покуривающих сигарет. На кроссфит можно неподготовленным? Можно. Вопрос, какой у вас будет тренер. Главное, чтобы он вас не калечивал, не уродовал, потому что всегда нагрузка должна быть подобрана индивидуально. Поэтому здесь очень трудно ответить. Все зависит только от тренера, даже не от выбора места. Как уменьшить икры? С икрами, да, тяжелый такой вопрос, но, соответственно, если это не просто мышечная группа, а они у вас полноватые и отекшие, в этом случае степ хождения на носках будет реально их уменьшать. А какой мой мир? Мой мир как из фэнтези, где есть добро, счастье, любовь. Не знаю, собственно, наверное, вот так. Как убрать живот? Начать для начала правильно питаться. Сколько стоит в Москве? Ребята, честно говоря, я в Москве еще ни разу не тренил, поэтому пишите, и мы уже будем это обсуждать лично. Как подсушить грудь в девушке в домашних условиях? С грудью надо девушкам быть аккуратнее, потому что молочная железа – это все-таки жировая ткань. И, соответственно, если неправильно делать, то грудь можно не просто уменьшить, но и уменьшить некрасиво. Мне удобнее в кроссовках или в штангетках? Я занимаюсь в кроссовках почти постоянно. Буду ли еще сбивать место, где осталось? В будущем буду, но этого времени сейчас точно нет. Курс новичка в кроссфит. На самом деле, когда вы приходите, вы начинаете заниматься в общей группе, просто смотрите и тянетесь за остальными, потихоньку становится все интересно. Полгода не занимайтесь загрыжей в кроссфите. Нужно понимать, что, опять же, если без толкового тренера, то в кроссфите можно и дальше травмироваться, как в общем и в любом спорте. Найдите хорошего тренера и лучше занимайтесь индивидуальными занятиями. Главное, чтобы тренер понимал, что у вас есть грыжа, а дальше чувствуете все по самочувствию, по интуиции. Как относиться к эллипсу для кардио? Нормально, но я больше люблю степ. Ягодицы прорабатываются по полной программе. И не знаю, мне в этом калорий горит там все-таки побольше на степе. Буду ли я делать рывок? Нет, мне еще жалко. Так, что-то у нас еще. Куки, что значит? Куки ничего не значит, это как пирсинг. Целоваться с ними удобно. А вот удобно? А еще как? Губы накачаны? А что, губы можно качать? А я не знал, блин, я просто их увеличил. Можно было бы накачать, конечно, накачал бы. Делал тату? Да, делал. И не раз. Уже раз 8. Сколько, в общем, заплатил за тату? Ребят, я мало где что плачу. У меня везде хорошие друзья. Татуировщика моего зовут Кирилл Татай. Забейте в сети, все увидите. Сердечки никто не отправляет почему-то. Слишком много сердечек идет. Ригерт красавчик, да. Сейчас целый час у нас была интересная лекция по поводу мотивации, по поводу травм в спорте и тому подобное. Когда станем родителями, не знаю, пока еще не скоро. Случайно открыл по поводу Саши Спака. Подписался. Спасибо. Как таким можно быть? Ну, так же, как можно у нас полстраны вообще никакой. Передать Ригерту привет, Славке постоянно привет. Почему же он решил заняться кроссфитом? Нет, у меня мастер решил поделать рывочек, потому что рывок на самом деле очень неплохо прорабатывает верхнюю часть спины. На самом деле при правильном рывке такая дополнительная нагрузка на ягодицу, потому что у меня все девочки приседают в частичный сет, но мы подключаем рывок для полного седа, потому что это такая нагрузка, которую я уже добиваю в конце тренировки. На Кавказ не хочешь поехать? Летом поеду к своим друзьям.
Согласился бы сняться в Голливуде? Все зависит от контракта. Мне и здесь неплохо. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу полуприседания, полуподсед, почему всегда работает блоги? Передать привет жене Юле. Смотрим вас на Ютубе. Она не верит, что это я. Я, это я где? Здесь или на Ютубе? Вчера были на семинаре, да. Молодцы. На самом деле, Славка интересно ведет семинары, они глубоко-глубоко практичные. У тебя друзья на Кавказе кто? Северная Осетия, в Грузии, в Армении очень много. Ева и Сталина. Если я буду каждому передавать привет, будет достаточно тяжело. Мы не готовы к зонам. Скажи, пожалуйста, как растянуть верхний пояс, а то я же не могу руки сзади свести. Обходите к мануальщику, может быть, костопату, надо понять это конкретно, что и где забилось, но нужно понимать, что я, например, этого не могу сделать уже несколько десятилетий. И это не такая большая проблема. Если для вас это проблема со спортом, надо понимать, может быть, ваша масса несколько больше, и растяжку тогда уже делать с тем, кто разбирается в растяжке. Парень или девушка есть, то вы кому вопрос такой задаете? Риггер, да, очень грамотный тренер, причем вообще и в регби, и по кроссфиту, и, разумеется, по своей тяжелой атлетике. Какой зал? Black Squirrel, черная белка, видите? Прямо перед нами эта афиша. Болит ключица при жиме, что делать? Неужели идти к врачу? Надо понять, при каком конкретно жиме болит, поменять угол. Либо поделать вниз головой, либо больше вероятности поделать вверх головой. То есть поставить какие-то определенные углы. Может быть, со штанги перейти на гантели. Здесь вариантов в целом куча. Black Squirrel, да. Буду ли сегодня тренироваться? Нет, буду тренироваться завтра. Наверное, у меня есть парень. Мася, говорят, у меня есть, наверное, парень. Что ты думаешь по этому поводу? А Ригер с какого спорта в кроссфит пришел? С тяжелой атлетики? Ведь Ригерт – это сын великого Ригерта, на котором практически была построена вторая половина 20 века по тяжелой атлетике. Как поднабрать вес? Креатин, БЦА, калорийность. Но это все очень общие вещи, то есть надо индивидуально смотреть. Если есть конкретные вопросы, пишите в личку, там отвечу. Без еды можно выжить? Ну, без еды можно выжить, конечно, какое-то количество времени. Так что вот так вот. У них растяжечка, разминочка идет достаточно долгая. Потому что все дело в нюансах. И чтобы потом никто не травмировался, Слава пытается, точнее, делать все возможное, чтобы ребята правильно выполняли каждую часть упражнения. Масик, как меня ласково называют, но на Масисек, а я Масик. Так что у нас все нормально. Как спину убрать лишнее? Но вот на самом деле рывок. Рывок нам в этом плане помог, потому что раньше мы достаточно интенсивно использовали греблю, а на самом деле на становой тяге намного повторки на 30-35 повторений, если выполнять ее 3-4 раза в неделю, тоже жирок горит, потому что на статике все равно движение не только статично, но и динамично все происходит. Это не моя девушка, это моя жена. А что появляется целлюлит? Как правило, целлюлит – это увеличение подкожной жировой клетчатки и вызванное гормональным сбоем, причем разным видом гормонов. Это может быть сделано. Это растяжка или шпагат? Нет, это просто легкая растяжка перед рывком. Так, ребят, сейчас у нас была проблема со спиной. Еще, я просто не договорю, когда по задней поверхности, что спина болит, от задней поверхности и так далее. Очень часто болит у нас спина от того, что у нас компенсатор спины. Грудные? Нет, грудные я потихоньку качаю. Но после операции сейчас еще ничего не делал. У меня буквально две тренировки было. Ригер тренирует? Да, разумеется, тренирует. Как увеличить потенцию? Как? Вариантов много. Просмотр разных фильмов, тестобустеры. Или тогда в аптеке Сиалекс. Блин, уже крутили? Крутили. Минут 7-8 крутили. Видите, вон все до сих пор еле стоят. Тебя же посадили в Ютубе, видели? Смотрите новости, верите тому, что происходит в новостях, так и происходит в России. Сочувствую. Что за операция? Всяк разная, пластическая. Ребят, не знаю, я старый Алекс тоже не пробовал. У меня все в порядке. Понравилось в Челябинске очень. Ребята все были дружелюбные, были кайфовые. Сколько стоит занятие у Славки? На самом деле не знаю. Пишите Славе в личку, Слава более чем открытый человек и нормально общается. Сколько мне лет? 18+. Если у вас большие нагрузки на спину, вы должны... Был ли в Эстонии? Нет.
Почему огромные шрамы на груди? Потому что вот так вот они растянулись. Ладно, пока не буду всем мешать, ждем, когда Славка перейдет к рывку и выйду еще раз на прямой эфир. Все. Давайте. Всем до встречи.